Доктор Душек, вам слово. Рады вас видеть снова. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья, но я представлять себя не надо. Но я хотел вам сказать, что вот эти разработки, которые здесь, о которых мы сегодня будем говорить, это мы сделали вместе с моей супругой. Уже этим занимаемся, ну, можно сказать, более 30 лет. И 30 лет почти накапливаем данные, датабазы, где собираем всякие информации о лечебных травах. Если... Конкретно на создание этой формулы, вы говорили, когда мы общались, ушло 15 лет, да? Да. Правильно я понимаю? Да. А с чего все это начиналось, доктор Душек? Ну, это начиналось с разработки литературных студий, которые публикованы за рубежом у нас, и старые книги с 1700 каких-то годов, где мы смотрели, как когда-то использовали эти лечебные травы, как их перерабатывали, как сделали экстракты, что использовали, какие части из этих растений. И часто есть информации, которые нам тоже очень понадобились, какие соотношения между травами, можно ли комбинировать некоторые, которые нельзя и так дальше. Ну и после этих датабаз, которые мы разработали, приходили к мнению, что пора создать какой-то первый препарат, который можно, с которым можно выходить на рынок. Все эти, если заниматься немножко историей этого препарата по иммунологии, то все началось с этих накопленных датабаз, где мы подобрали порядка 120 трав. То значит, с первого начала нам датабаза показывает, что есть 120 возможных трав, которые имеют какое-либо отношение к иммунной системе. С этих 120 трав мы после первой селекции, то значит по данным в литературе, по опытности прежних времен, осталось 57. А вот этих 57 надо было проверить так, чтобы мы имели... как сказать, чтобы мы имели уверенность, что никакая из этих трав не будет сопротивствовать другим травам, что пойдет сплошная синергия, а не пойдет антагонизм. О этом вам еще расскажу. Дальше мы начали разработку этих отдельных трав, то значит, мы должны были сделать с первого начала 57 экстрактов и посмотреть, как они между собой влияют. Доктор Душек, а можно вопрос? Вы использовали этот набор трав для создания продукта, который борется с вирусами? Нет, неправильно. Это продукт, первоначальное назначение этого продукта было стимуляция иммунной системы. Общая стимуляция иммунной системы. Да. И дальше на основе этих наработок возник тот продукт, с которым вы уже работали на государственном уровне. Но это был тот продукт, который тогда еще в те времена не был нами проверен. Поэтому я вам скажу немножко из истории. Мы уже, так как Белурон уже вам поставляем 10 лет, то уже более 15 лет поставляем тот же самый Белурон в Вьетнам. И там мы хорошо себя зарекомендовали, а при каком-то, как сказать, встрече с министром здравоохранения задали мне вопрос, есть ли у нас есть и препарат для борьбы с туберкулезом. Я тогда ответил, что препарат есть для повышения иммунитета, но если он работает именно при туберкулезе, не могу сказать, потому что у нас в Германии туберкулеза нет. То значит, невозможно было... аттестировать.
И они мне открыли тогда государство Вьетнама, мне открыли все двери, дали все возможности, чтобы я привез этот препарат, и чтобы мы его могли в Вьетнаме проверить на человеке, на пациентах, причем на довольно большом количестве. Тогда мы вместе с... Мне помогал в то время директор большой больницы в Ханой, в городе Ханой, который руководил больницу, которая специально работает по только туберкулезным пациентам. И мы там создали вместе с вьетнамскими коллегами создали исследование на 450 пациентов. И я открыл график, показывающий эффективность как раз сейчас того продукта. Я посмотрю, какой график, потому что я здесь, к сожалению, должен переключать, но... так. Да, правильно. Если вы, если у вас видно этот график, то из этих 450, чтобы вы поняли, как мы работали. Мы просто во всем мире есть определенная терапия. Кто врач здесь между вами, знаете, что есть определенная терапия антибиотиками, которые предназначены только для туберкулеза. То значит, невозможно не лечить этими антибиотиками туберкулезных пациентов. Это всемирная конвенция так решала. То значит, нам единственное, как проверить нашу иммуномодуляцию или иммунную поддержку, было дополнительно подавать этим пациентам, к этим антибиотикам подавать еще наш продукт. А когда мы начали эти исследования, то уже очень рано были первые результаты ясные. Если вы смотрите вот эту графику, то левые, первые два столбца – это 100%. То значит, это мы обсудили у этих пациентов, у всех было из... из проби доказанная туберкулезная палочка, которая с горла берется, пробка, и там, то значит, 100% было позитивных на туберкулезную палочку. С того дня, когда они вступили в это исследование, они получали наш препарат на базе экстрактов, и уже если смотрите Т2, это есть после двух недель, то значит за 14 дней. Есть огромная разница между теми, которые получали наш экстракт, и теми, которые его не получали. Там видно прекрасно, что мы у тех, которые получали, 86% ушло за 14 дней от туберкулезной палочки. И не из-за счет химии, а просто из-за счет того, что мы поддерживали и укрепили иммунную систему, которая сама справилась с борьбой против туберкулеза. И так это продолжает, если смотрите дальше, там в неделе номер 4 уже только 10% осталось, и после того уже на 8-ю неделю за 2 месяца 6%. Если смотреть в сравнении с контрольным группом, то тогда с тем группом, который получал только антибиотика, то там однозначно видно, что там есть большая-большая разница. И вот эта разница, которая возникала здесь на вторую неделю, довела Министерство здравоохранения к тому, что они решили включить этот лекарство, экстракт в список необходимых препаратов в борьбе с туберкулезом в Вьетнаме. Когда мы... Но тут имеет смысл уточнить, да, наверное, доктор Душек, что речь идет о поддержке, то есть поддерживающие продукты,
которые общий курс лечения просто улучшает и оптимизирует. Улучшает, но... Просто тот эффект, который они увидели, он был нестандартен для вот растительных продуктов. То есть он был слишком эффективен. Но вы себе надо представить себе же тот, кто имеет в себе в горле позитивные эти туберкулезные палочки, он их распространяет в воздухе, когда говорит с другими людьми и заражает других людей. А здесь, если посмотреть, то он уже на... Там есть разница на 14% меньше распределения туберкулезных палочек за счет того, что у нас есть там уже только 14% тех, которые остались еще позитивными. Вот это приняло к тому, что решили включить этот список. Ну, а я должен сказать, что меня очень радовало то, что я это поздно узнал, наверное, не хотели мне сказать, но тот профессор, который в Вьетнаме занимался этими исследованиями, это профессор Нюнг, он, я узнал поздно, член Всемирной организации здравоохранения, и он, когда увидел эти результаты, он представил вот этот препарат тоже в Всемирной организации здравоохранения, и они сразу подключали многие страны Африки, которые до сегодняшнего дня его на государственном уровне от нас покупают. Ну а что касается результатов этих исследований, эта палочка, позитивная палочка, это один эффект. Но кроме этого эффекта еще есть немножко других эффектов, которые нас сегодня интересуют, потому что они имеют именно влияние на тот препарат, о котором сегодня идет речь. Сегодня мы говорим о препарате фитовирон. Я не знаю, что Сергей сначала о нем сказал или не сказал, потому что у меня слышно не было. Но фитовирон предназначен на борьбу, повышение иммунитета и борьбу с вирусами. А когда мы хотим выиграть эту борьбу с вирусами, мы должны иметь и хорошую документацию того, что мы наводим в организме. Да, и мы об этом еще обязательно поговорим, потому что не будем торопиться. Наши тысячи уже участников больше, они, как правило, очень любят детали. И мы о деталях поговорим, но если резюмировать тот бэкграунд, ту историю, получается, что доктор Душек со своей супругой большое количество лет занимались изучением трактатов, в том числе трактатов 18 века датированных, с упоминаниями, указаниями о действии тех или иных лечебных трав, и создали свою базу данных, к которой они прибегают при создании формул. И был очень успешный опыт. Про белурон мы не говорим, мы знаем, о чем речь, но вот был успешный опыт, в частности, во Вьетнаме, создание продукта для иммунитета, иммуномодулятора, основанного, опять же, на растительных экстрактах. И вот важность этой информации в том, что именно эта деятельность послужила основой для продукта, о котором мы сейчас поговорим. Основа для фитоверона. То есть вот тогда уже были заложены, тогда уже... И самый главный плюс здесь, что есть базовые, то есть было большое количество исследований проведено, да, и вот этот положительный результат и тот график, который вы видите, это не что иное, как результат тех исследований, которые были проведены вот в данном случае во Вьетнаме. Вот. И, соответственно, есть у меня еще здесь несколько графиков, которые, наверное, вы сможете также прокомментировать, относящиеся к этой эпохе. Вот. Вот следующий график я открыл. Да, это график, который нам... Но там еще одного не хватает, если можно... Есть еще один, пожалуйста, вот он, про популяцию лимфоцитов. Номер 6, Сергей. Да, секунду. Да, вот здесь видно наращивание популяции
лимфоцитов. То значит, опять здесь есть на лево группа, которая получала эти антибиотики, и группа, которая дополнительно получала антибиотикам еще наши экстракты. И там однозначно видно, что в этих есть большое увеличение популяции лимфоцитов, которые одни из основных действий в иммунной системе. То значит, в иммунной системе у нас есть клеточная иммунная система, там эти лимфоциты играют важную роль, а есть еще и регуляция через химические вещества в иммунной системе. Эти химические вещества иммунная система выделяет, вырабатывает сама. Эти называем по-разному это цитокины и другие. А мы здесь именно отслеживали, если можно, слайд номер 7, Сергей. Сейчас, секунду, седьмой. Угу. Вот он. Не вижу еще. Так, теперь. Вот он нам показывает, этот слайд нам показывает уровень цитокина, который очень важен в иммунной системе, который играет большую роль, потому что регулирует действия лимфоцитов, Т и Б лимфоцитов. Это цитокин с названием интерлейкин 2. А если видно, то в этом графике видно, что если мы смотрим только в левой стороне есть только уровень интерлейкина 2 у тех, которые получали только антибиотика. И там однозначно видно, что уровень интерлейкина 2 падает. То значит, под давлением этих антибиотик иммунная система ухудшается. А с правой стороны видно, что те, которые дополнительно получали к антибиотикам наш экстракт, там наоборот все. Там не падает иммунная система, а выдвигает, поднимается. То, что значит уровень интерлейкина в организме, он нам показывает, как крепкая у нас иммунная система. Но mm-hmm. эти два результата я хотел вам показать, потому что, как мы позже будем еще о этом говорить, это с учета тех трав, которые находятся, уже тогда находились в экстракте и находятся и в сегодняшнем экстракте, который мы немножко модифицировали. И мы переходим к технологии. Технология в данном случае ключевую роль, пожалуй, играет, и она безумно интересная. Есть несколько шагов. Об одном уже немножко доктор Душек рассказал. Поиск идеальной формулы, назовем это так, шаг первый, подборка правильных компонентов. И да, мы слышали о том, что использовались трактаты и разные анналы, совершенно источники знаний по тому, как, какие лекарственные растения, как работают. Доктор Душек, я был на производстве, вы видели в начале кадры с производства, действительно, у него есть своя библиотека, очень классная библиотека. Вот, особенно когда я рядом с экстрактом можжевельника нахожусь, вот, я особенно радуюсь, потому что, ну, фантастические, конечно, качествами обладает. Кстати, он содержится в фитовероне. Так вот, давайте начнем с первого шага подбора. Расскажите, пожалуйста, вот откуда травы, я вот включу этот слайд, неважно, какой у него номер, просто посмотрите, какое количество экстрактов входит в продукт, и откуда вы завозите все эти травы, доктор Душка? Но на этом слайде видно, что мы, это уже окончательный объем, да, 21
экстрактов. Но если мы начали работу, то у нас их было 57. И 57, которые, с которых мы должны были выбрать и сделать немножко селективную подборку, потому что не все травы, хотя и предназначены для воздействия на иммунную систему, но они иногда друг друга сопротивляют. Поэтому мне пришлось вместе с супругой разработать систему, как нам можно определить, какая трава, с какой сотрудничать, а с какую не хочет. Да, но для того, чтобы начать работать с синергией, и мы даже вам покажем вот немножко тут подробностей, сначала нужно это все экстрагировать, и вы любите водно-спиртовые экстракты. Вот немножко можете сказать, почему именно их вы используете в своих фитоформулах? Во-первых, использую из-за того, что они использовались уже 300 лет назад. Это ничего нового мы не показываем, но на сегодняшний, да, здесь видно наши экстракты, как мы их собираем. Эти экстракты водяно-спиртовые, они потому используем спирт, потому что достаточно большое количество активных веществ в этих травах, они не разбавляются в воде, они только разбавляются в спирте. В том и та проблема, что если они не разбавляются только в спирте, то их нельзя даже в сухом виде принимать, потому что организм для разбавления тоже нуждается в спирте. Поэтому мы решили в нашем препарате, в наших препаратах оставить их в жидком виде и оставить внутри и спирт. Да, и при этом у вас есть какая-то своя технология именно дифференцированной экстракции. Но вот это, немножко про это, пожалуйста, расскажите. Да, это не наша технология, а это мы используем давние-давние данные, просто смотрим на них другими глазами. Почему другими глазами? Потому что если мы возьмем сегодня какие-то фармакопы Евросоюза или отдельных стран, то все стараются делать экстракты трав с высоким процентом спирта, близ 70%. А мы знаем, что есть травы, которые... 70% спирта всегда будет какое-то вещество. Но если там есть то, что нам нужно, в этом мы сомневались. Поэтому мы смотрели, что такое происходит, если мы берем маленький, потому что в этих давновеких литературах там один раз говорят о 20%, о 30%, о 40%, но никогда не о 70%. Мы тогда начинали смотреть, а здесь то, что Сергей здесь включил, это пример активных веществ, которые выходят из листа березы в спиртном экстракте. А если слева, с левой стороны в правую смотреть, то сначала 0% спирта, после того доходим первый пик, это 30% спирта, второй пик 70% и заканчивается при 100, 98%. Ну, так видно здесь эти номера, это разные активные вещества, которые береза их имеет много, а если мы хотим использовать какое-то, то, которое нам нужно, мы должны иметь определенную концентрацию спирта. То есть, если меня интересует, например, или так, в литературе сегодня знам известно, что листья березы очень являются мочеподобными. То значит, влияют на выделение моча. Но мало кто знает, что это потому, что используется там 12, 13, 14, это тот, который при 65-70% выделяется. А то, что выделяется тоже очень-очень противовоспалительный
активное вещество. Это уже запоминается, потому что его в этих экстрактах 70% нету. Они выходят только при 35, как здесь видно, 4, 5 и 6, например. И они уже с повышением спирта гибнут. Они раскладываются, разложиваются, они денатурируются. То значит, их, они не переносят большой процент спирта. Поэтому мы смотрим с такой точки зрения и смотрим, сколько, и каждая трава у нас имеет отдельный свой процент спирта, с которым мы работаем. Итак, можно мне подытожить, доктор Душек? С вашего позволения, очень важная информация. Каждое растение, во-первых, экстракция происходит на производстве доктора Душека. То есть экстракты готовые не закупаются, а закупаются именно травы, сырье, из которых на своем производстве по технологии, вот описанной сейчас доктором Душеком, он производит каждый отдельно взятый экстракт. В нашем случае это 21. При этом важен здесь градус, в зависимости от градуса используемого спирта, да, мы видим активацию тех или иных эффектов того или иного растения. Вот пример был с березой, с листьями березы, да, и при 70% спирта, как обычно и предписывает европейская фармакопея, да, вот делает стандартные экстракты водные, да, используйте 70 градусов. Такой общий регламент. Но в данном случае мочегонный эффект при 70 градусах мы наблюдаем, да, у листа березы. Нам он в данном случае не нужен. Нам нужен противовоспалительный эффект, который максимально активируется при 30% спирта, а при 70 он просто-напросто денатурируется, вот это вот его действие, да, вот вещества, которые влияют на противовоспалительный эффект. Таким образом, вот этот вот дифференцированный подход, он имеет место быть в случае каждого экстракта. То есть с каждым экстрактом отдельным ведется такая работа, чтобы добиться максимальной активности вот именно того действия, которое в данном случае нам необходимо. Поехали дальше, доктор Душек. Мы рассказали про экстракцию. Сейчас, наверное, как раз-таки пришло время рассказать про синергию компонентов. Вот вы начали рассказывать про то, как вы используете, какой вы метод используете для того, чтобы понять, какие травы синергетические эффекты имеют, а какие антагонистические. Это очень, мне кажется, интересно. Ну, тогда, если можно, включите мне тот слайд, который это показывает. Я не знаю, какой номер. Он у меня номер 2. У вас он в каком находится? Суть в том, что искали какое-то решение, чтобы посмотреть, как задействуют эти экстракты трав. И есть в литературе немного напоминаний о том, что все вещества кристаллизируют из раствора. Когда идет испарение воды или водяно-спиртного раствора, то останутся кристаллы. Если чистое, как сказать, экстракт одной травы, эти кристаллы в порядке. Если мы смешиваем две травы вместе, то экстракт один и экстракт второй, не знаю, не включили Сергей еще стали? Этот Сергей? Да, сейчас он включается. Но у нас система такого количества людей, видимо, чуть-чуть... Понятно. Но слышно да. То, что я сказал, или нет? Слышно, шикарно у вас слышно, слайды покажем. Все, включили кристаллики, вот, пожалуйста, можно их лицезреть. Я еще не вижу, но хорошо, если вы видите. Ну, то значит, искали систему и начали работать с этими кристалликами. И вот эти кристаллики нам показывают что? Что берем экстракт 1 и экстракт 2. Растение номер 1, растение номер 2. Если смешиваем эти экстракты, сделаем кристаллизацию, и она подходит в позитивном явлении, то значит, там можно ожидать хорошее сотрудничество этих экстрактов.
Но тогда мы оставили уже два компонента имеем и ищем следующий. То значит, следующий компонент – это третий экстракт, третьей травы. Вот, теперь видно хорошо, да. Добавляем его в первые два экстракта, и или получаем такую картину, как наверху, то значит хороший кристаллизационный эффект, или идет немножко развал этих кристаллов, как внизу. Если так в том плане, если он появляется картина как внизу, то тот третий экстракт нельзя с ним, он не будет синергировать с экстрактом номер один и два. И в таком плане нам пришлось рекомбинациями вот всех этих экстрактов проверять сначала всех 57 экстрактов. И тогда мы дошли до формулы, которая содержала 17 и 20, 21 трав, которые без нарушения кристаллного эффекта нормально содействовали. Вот столько, думаю, на этому вопросу, Сергей. На самом деле, мне кажется, что стоит еще раз повторить эту вот, прорезюмировать информацию, потому что, ну, это какое-то безумно интересное, скажем, действие, потому что синергия, мы очень много про нее говорим, и я в своей деятельности сталкиваюсь с ней каждый день, для нас это принципиально. Я вообще всегда говорил о том, что большое количество компонентов это не есть хорошо, потому что есть антагонистический эффект, и вообще нужно стремиться к моноформулам и добиваться максимальной биодоступности. Но в данном случае, когда вручную идет подбор вот таким вот образом, я представляю, какое количество комбинаций у вас могло быть в данном случае. То есть еще раз, смешивается один экстракт с другим и смотрится, изучается выпаренные вот эти вот остатки, кристаллы. Соответственно, изучается их структура. Если она целостная, да, по методикам и по методологии именно, да, доктора Душка, то продолжается добавление туда других экстрактов. И как только эта структура разваливается, то тогда понятно, что последующие экстракты как-то на нее воздействуют, они меняются, и такая работа проводится до того момента, когда мы готовую формулу имеем с правильной структурой, в которой все используемые активы, они синергичны. И это просто невероятно сложная, кропотливая и очень долгая работа. Мало того, что каждый экстракт требует отдельного подхода, то есть каждый экстракт, он изготавливается по своей технологии, методом проб и ошибок тоже, то есть что является предметом изысканий. Я так понимаю, что вот те 30 лет, которые доктор Душек обозначил в самом начале вместе со своей супругой, которая тоже доктор, и всегда очень приятно приезжать и общаться с ней. Большой привет, кстати, от нас. Вот. Соответственно, вот эта вот совместная работа многолетняя, она привела, она стала источником того, что мы сегодня имеем. 21 экстракт, проготовленный на производстве, с учетом синергии. И это третий шаг, который в этой технологии включен. Следующий момент. Есть еще ведь пропорции этих ингредиентов. То есть чего-то может быть больше, чего-то меньше. Вот об этом немножко, доктор Душек, если не секрет, конечно. Но именно это есть секрет, но можно сказать столько, что... Подождите, здесь настройка нет, да? Каждая трава имеет свои вещества, которые влияют на конечный эффект препарата.
Если мы так немножко как художники, когда подбираем, потому что если уже подборка шла, то тогда мы смотрим уже только, хотим вот этого эффекта укрепить или он останется нормальным. Если он останется нормальным, получаем, добавляем, например, одну дозу травы 1, одну дозу травы 2, одну дозу травы 3. Но и трава 4 имеет свойства, которые мы хотим, чтобы были побольше в препарате, то значит, трава 4 получает две дозы в итоге, в окончательном экстракте. Те картины, которые вы видели с этими большими баллонами стеклянными, там мы собираем эти экстракты до уже скомплектующие. Если хотите, я вам могу сказать, как идет вот этот производственный процесс с первоначала до конца. Если есть на то время, еще есть? Мне кажется, мы готовы бесконечно долго вас слушать, но обязательно. Я включил специально слайд, чтобы показать вас вот в лаборатории с вот этими большими колбами, где экстрагируются травы. Да. Ну, а теперь, если сказать о производстве, как производится этот финальный продукт. Финальный продукт производится, то значит, мы уже знаем, какие травы берем, мы знаем, сколько доз надо для того, чтобы его сделать, и знаем, в каком спирте эти травы разбавляем. Это все уже известно, и теперь идет просто производство того в нашем этом фитовирона. То значит, сначала мы начали работать где-то в емкостях, которые трехлитровые, но когда сразу заметили, что требовательность наших препаратов немножко больше, то прошли на экстрагирование в 30-литровых емкостях. А на сегодняшний день уже можно сказать так, что в ближайшее время проходим на 300-литровые емкости, в которых будем делать экстракт. Что значит делать экстракт? Мы туда добавляем водяно-спиртной раствор и определенную массу сухой лечебной травы. Или корни, или листья, или всю траву, в зависимости от того, где как что понадобится. И из этих 21 разных экстрактов они делаются уже у нас сегодня в автоматическом режиме. В старые времена это вручную мешали один-дважды в день. И вот этот процесс длился где-то 2-3 месяца, пока был готов экстракт. Но с первоначала мы тоже так начали делать, потому что и фармакопея так говорит. Но это нам казалось очень долгое время, во-первых, и мы приступили к проверке технологий, которые мы сами перенесли из автомобильной промышленности, где мешают краски. И мы взяли из нержавейки вот эти емкости и мешаем в полноавтоматическом режиме. И это там запросто можно исследовать, если делать, например, хроматографический анализ. То в этом анализе видно все пики вот этих веществ, которые там находятся. А мы просто смотрели, как долго нам мешать в этом автоматическом системе, чтобы получить те же самые пики, как делали в старые времена, где это длилось 2-3 месяца. И дошли к мнению, к выводу, что за 7 дней мы уже были готовы с хорошим экстрактом. Это нам очень помогло в увеличении выпуска наших препаратов. Ну, а тогда приступаем тогда к следующему, то значит, у нас уже готовый экстракт, 21 экстрактов в том числе, которые теперь вместе смешиваем. Но имеет в виду, наверное, имеет смысл сейчас рассказать про какие именно растения, да? Наверное, про каждый 21 мы не будем рассказывать, мы обязательно отдельно про это еще поговорим. Вот. Но про какие именно растения входят, какие ваши любимчики растения, вот, которые вы часто используете, и вам их активные действия нравятся? Ну, это у нас...
растения, те, которые с первого начала там были, это там мне очень понравилось. К тому еще вернусь, когда будем говорить, как работает препарат, да? Но могу сказать, что мне, например, нравится тот трава, которой у нас нет, и не могу даже очень сложно ее покупать. Это чага. Чага, гриб чага, который из России поставляется, да. Он из России поставляется, но иногда поставляется, иногда не. Иногда мне придется с чемоданом въезжать в Россию и покупать его, потому что официально его у нас нет. Но чага всегда у нас есть в этих препаратах. Это прекрасная вещь. А у чаги мы точно знаем, потому что она существует тоже при этих исследованиях с туберкулезом. Мы заметили, как там активирует прекрасно она лимфоциты и регулирует даже лимфоцитарные действия. Ну а второе растение тоже это есть у нас элеутерокок. Это тоже... Сибирский женьшень его еще называют, да? Да, сибирский женьшень, он тоже от вас, но элеутерокок уже выращивают и в других странах. А он тоже имеет те же самые свойства, как инонотус, а еще дополнительно, кроме того, что активирует лимфоциты, он поддерживает фагоцитоз. Фагоцитоз есть очень-очень стимулирует, очень важный с иммунологической точки зрения для того, чтобы уничтожать заряженные клетки или мертвые клетки, чтобы они из ткани уничтожались, или бактерии, чтобы уничтожались. Это все делается в фагоцитарной системе. Поэтому таким образом можно разговаривать о всех 21 трав, но если еще напомнить, может быть, есть те травы, которые мы, когда мы теперь будем говорить о возникновении этого фитовирона, то я вам должен сказать о том, что фитовирон, он возник, когда начались там... проблемы с птичий грипп. Да, все да? Верно. Тогда нас опять спросили, если можно что-то сделать на похожее, как этот экстракт против туберкулеза, если он будет действовать тоже против вирусным. И тогда я им ответил, что будет действовать только для поддержки иммунной системы. Если хотим специально еще противовирусные эффекты, то там должны мы добавить еще кое-какие травы. И поэтому в сегодняшнем фитовироне 70% это содержание того, что было до того, то значит, который зарекомендовался хорошо при восстановлении иммунной системы при борьбе с туберкулезом. А 30% трав мы добавили еще сверху к тому, это такие травы, которые именно имеют отношение в противовирусные и в борьбе с наследствами противовирусных заболеваний. Да, спасибо большое. Про каждый отдельно взятый компонент мы отдельно поговорим, у нас будет отдельный эфир, друзья, поэтому... В данном случае продукт настолько богат на фактуру, что очень сложно вот всю ее охватить в какие-то более-менее приемлемые сроки, поэтому сегодня мы какими-то общими мазками. Я лишь могу сказать, что очень близка аналогия с нашими пэками, потому что в наших пэках каждый отдельно взятый продукт несет какую-то функцию, функционал. В случае с фитовироном, благодаря вот этой вот фантастической технологии и подхода, который используется при создании продукта, да, здесь используются именно группы компонентов, и каждая группа, она несет какой-то свой смысл. Какие-то компоненты, они предотвращают проникновение вируса в клетку. Какие-то компоненты, они стимулируют выработку тех или иных иммунных клеток. Какие-то, наоборот, регулируют, потому что
аутоиммунный ответ, который появляется во время вот, вируса, захвата вируса, да, вот, организма вирусом, он как раз-таки, его избыточность, нам тоже нужно с ней работать. Правильно я понимаю, доктор Душек? И какие-то из представленных экстрактов работают именно на то, чтобы регулировать выработку тех или иных иммунных клеток. Да, но к тому еще дойдем, когда будем разговаривать о том, как фитовирон работает. Okay. Что он представляет, если хотите, можно с того начать. Mm-hmm. Так. Потому что я там старался даже перевести на русский язык, не знаю, есть он у вас тот слайд, где я хотел сделать такую дефиницию фитовирона. Есть ли он? Ну, я открыл общий слайд, а вы можете уже рассказать про то, что хорошо хотели, да. Ну, так... Возникает вопрос, как действует фитовирон? То значит, мы знаем о нем, что у него 70% есть из происхождения бывшего препарата, который себя хорошо зарекомендовал, и улучшенный еще на 30% новыми травами. Таким образом, осталось там 21 трав, которые там сегодня находятся. Это, если сказать, что такое фитовирон, то это противирусный продукт, специально разработан с 21 фармацевтически активных лекарственных растений со всего мира. Если вы видели, там мы покупаем в Марокко, мы покупаем в США, мы покупаем в Аргентине, мы покупаем эти травы в Македонии, в Польше, в Румынии, в России, в Китае, там, где эти травы растут и где их можно получать. Но и каждая из них... согласно своим активным веществам, которые или эмпирически доказаны, или научно доказаны, они вмешиваются в разные этапы борьбы с вирусом. И борьбы с последствиями вирусных инфекций. А я постарался вот эти все группы, этих этап как-то разделить, и мне там возникли... на следующее действие, которое обладает фитовирон. То значит, первое действие, которое он обладает, это иммуномодуляция. Иммуномодуляция – это то действие, которое еще с этих старых времен, когда препарат еще использовался только для туберкулеза. Там эти травы, так как я вам говорил, или это чага, или сибирский, как его называют, сибирский? Женьшень. Элеутерокок. Они обладают очень крупными иммуномодуляционными свойствами. Но эти иммуномодуляционные свойства, они нормализуют количество лимфоцитов, как оно должно быть, и даже их групп, подгрупп. То значит, там есть Т-хелперные клетки, там есть Т-супрессорные клетки. Это все клетки иммунной системы, которые должны подчиняться какой-то общей регуляции, чтобы вся система работала. А если кто-то там выходит за рамки возможного, то вот эти иммуномодуляторы, они поэтому называются и иммуномодуляторы, потому что они модулируют. Модулируют, значит, если кто-то очень перешагнул, его берут назад. Если очень низкая концентрация этих каких-то клеток или веществ, то они их стараются поднять. Поэтому говорим о иммуномодуляции. Очень крупным иммуномодулирующим действием есть регуляция цитокинов. Цитокины – это те вещества, которыми организм регулирует сам себя и клетки иммунной системы и соотношение между иммунной системой и другими клетками. Но так, это первое вот это действие – это иммуностимуляция. Много этих трав, которые там, они имеют тоже адаптивные свойства. То значит, адаптивные свойства, мы говорим о активных веществах, которые
значительно уменьшают стрессовые ситуации. Стрессовые ситуации даже те при инфекционных заболеваниях. Таким образом ускоряют выздоровление человека или пациентов, как хотите. Следующий, который очень важный момент, это момент тех трав, которые мы добавили, которые обладают свойствами того, что они смогут блокировать навязку вируса в клетку. То значит, если мы блокируем навязку вируса в клетку, то это есть уже хороший профилактический эффект, который наши травы дают именно в эти времена, как сегодня. Прикрепление вируса к клетке, ага. Да, но прикрепление. Вирус сначала должен прикрепиться. Для этого он использует систему гемагглютинина, то значит, как клей, он приклеивается. А когда он уже приклеен, он ищет подход, когда как можно сделать перехождение через стенку бактерий, клетки. То значит, вот есть у нас травы, экстракты в этом фитовироне, которые блокируют эту и навязку, и прохождение через стенку. То значит, если у нас не может достаточное количество вируса, которое мы вдышаем, навязаться и даже не может проходить в клетку, то у нас останется зараженность вирусом очень маленькая. То значит, там видно чистый профилактический эффект. Ну, то есть мы уменьшаем таким образом вирусную нагрузку, да, возможно. Да. Угу. Ну, а дальше, если мы смотрим, то это не удастся все. То мы унижаем вирусную нагрузку, мы не уберем все вирусы. То значит, вирусы попадут все-таки в клетки, а в этих клетках их первая задача есть найти, входит в систему репликации, то значит, они начинают размножаться там. Для того, чтобы вирус размножался, ему нужна готовая рабочая клетка, которая имеет нуклеоны, который полностью работает и может выделять рибонуклеонную кислоту, с которой составляются эти вирусы. Ну а есть экстракты у нас, которые замедляют вот этот процесс размножения рибонуклеонной кислоты вирусной. То значит, мы стараемся тормозить навязку, стараемся, чтобы не попали в клетку, а если уже попадут, стараемся, чтобы не размножались очень быстро. Так, а если еще дальше, то в последовательности того процесса, о котором мы теперь говорим, возникает то, что если вирус уже туда попал, то в тот момент клетка отвечает на этот заряженность тем, что она выпускает огромное количество этих цитокинов. Эти цитокины распространяются за оболочкой клетки и привлекают из окружающей среды много-много иммунных клеток. И эти иммунные клетки накапливаются там, где есть этот процесс, где были выделены эти цитокины. И это не важно, это в легких, это в сердце, это печень. Там все идут эти цитокинные реакции. И эти клетки иммунные туда приходят, накапливаются, то мы говорим, что начался инфекционный процесс. Инфекционный процесс, который надо регулировать. Много из наших трав именно регулируют это выделение этих цитокинов. То значит, или уменьшают тех, которых много, или увеличивают тех, которых мало и надо больше. Ну а последний момент, который есть, то значит, если эта регуляция дойдет до хорошей
степени, то борьба с вирусом закончится, цитокины, уровень цитокинов возвращается назад, и на этом процесс заболевания закончится. Но если эти цитокины не успеем урегулировать, не только мы, и сам организм, то возникает момент, когда там появляется один цитокин с таким огромным названием HMGB1, так его назвали. А этот цитокин, тот цитокин, который делает все эти сложные ситуации в усложнении вирусных заболеваний, и потому что он позволяет, если он там находится в ткани, он позволяет повышенный пропуск жидкостям в ткани. То значит, идет накопление воды в тканях, отек. И результатом этого отека есть иногда и органная недостаточность. То значит, органы, у которых есть отек, они уже не смогут, у них не идет метаболизм клеток как положено, не может работать как положено. И в самом итоге, если организм тогда не справляется, это заканчивается смертью. Ну и теперь, когда Сергей меня спрашивал, если хочу еще что-то сказать, то именно я рад, что я включил здесь в Фитовирон, потому что эти результаты, это последних 2-3 лет, когда начали исследовать, есть возможность у каких-то трав тормозить вот этот цитокин HMGB1, а показалось, что там две травы есть, которые мы включили, и которые у нас даже в этой системе, когда уже было бы плохо, можно рассчитывать на их воздействие в уничтожении, потому что они привязывают вот этот цитокин, и он тогда не действует. Если не действует, заканчивается отек, и тогда идет улучшение ситуации.